Здравствуйте и добро пожаловать обратно на канал Last War Беларусь в Battlefield 42, который является модификацией игры Battlefield 1942. Ну и мы здесь на египетско-ливийской границе, Half-Fire Pass, такой проход, который мы должны захватить и вышибить оттуда в основном немцев и, видимо, частично итальяшек. Но посмотрим, как дело пойдет. Здесь у нас особо никакого описания нет, есть небольшая вставка на загрузочном экране, который, в общем-то, не то чтобы очень длинный, особенно на современных компьютерах. Так что да, повторюсь, что меня, например, огорчает, когда все, что мы видим в задачах, это отметка о копирайте. У меня немножко, видимо, здесь будут все-таки другие задачи, чем читать копирайты. Тем более, что я конвертить эту карту во что-то не собираюсь. И посмотрим, как у нас обстоят дела. У нас есть наших пара точек, и есть у них здесь, по-моему, даже три, да. И есть в центре точки, за которые мы будем сражаться. Исходные вроде бы не захватываемые, по крайней мере, я ясно вижу такой вот перечеркнутый кружок у них. Вот у нас я не совсем его вижу, но посмотрим. И я сильно подозреваю, что на основной базе будет немножко больше транспорта, хотя здесь тоже что-то есть. Ну что ж, в таком случае посмотрим. И удачи всем, товарищи. Посмотрим, что у нас получше есть. И можно мне в танк? Нельзя мне в танк? А да, к сожалению, мы будем передвигаться, как повезет. Молодцы, ребята. Только выехали, а уже умудрились застрять. Можно я все-таки куда-нибудь запрыгну? Так, ну ладно, хотя бы куда-то мы залезли. Я не знаю, насколько этот танк себя хорошо ведет. И похоже, нами по-прежнему управляются боты. Я не совсем уверен, хорошая ли идея им доверять, а башенка здесь особо не крутится. Что, к сожалению, довольно-таки плохое дело. Ладно, черт с тобой, товарищ. Мы попробуем все-таки на подхвате быть. И загрузочный экран также гласил, что у ребят, да, с противоположной стороны довольно хорошая оборона противотанковая, так что нужно учитывать, в каком виде она будет. Возможно, то, что я пехотой так иду, не такое уж и плохое дело. Смотрим. Так, у нас здесь уже что-то есть. Это не может не радовать. Давайте я хотя бы небольшой танчик возьму. Уже что-то. Что это такое? Крузер МК-2. Хорошо. Так, теперь куда мы можем выбраться? Тогда поехали куда-нибудь, да, чуть-чуть южнее и западнее. Ну что ж, будем надеяться, что я более-менее целым, да, ну, по крайней мере, хотя бы наполовину целым доеду до местного назначения. Углубились мы не очень далеко, и подъезжать по одному, наверное, тоже не очень хорошая идея, чтобы нас отстреливали тоже не менее по одному прямой, так сказать, наводкой, или не очень прямой наводкой. Так, здесь мы как-то раздолбали, да, общественность. Здесь пока что этот танк не занят, но, видимо, ненадолго. Так. Я тоже умею стрелять, а еще я умею застревать в мостах. Ноп. Так. И где-то там он оказался заперт, так что я могу пострелять в него немножко безнаказанно. Чуть-чуть. И на этом безнаказанность заканчивается. Так, дополз я с нашей базы до этой точки, и мне определенно стоило бы починиться, так что я не зря завернул сюда. Тем более, что тут до более далеких позиций не так, чтобы очень далеко, и пока я поворачиваюсь, как раз у нас можно полностью починиться. Я попробую оказаться не запертым, хотя там наших танков много, еще больше тормозов. У меня вот сейчас 6 FPS. Ребята, если у вас модели распадаются на такое количество кусочков, возможно, это дерьмовая идея. Так, чисто соответствующему товарищу, который карту делал, нужно аккуратнее просчитывать варианты. То есть, совсем аккуратнее. Так,
это пустое мы это раздолбаем, чтобы оно исчезло. Да, все эти обломки развалины. Только не все одновременно, поскольку, да, дичайший FPS-дроп, проседание этих кадров в секунду, и я почти труп, что, конечно, не очень хорошо. Здесь у нас наши, но вот я, конечно, хотел бы танк сменить. Здесь, наверное, нет ремонтных площадок на данных позициях, так что у меня есть большие сомнения по поводу моей длительности жизни в данной реинкарнации. Так, кого-нибудь, куда-нибудь, это, наверное, не я, да, вижу по списку наших жертв. И может быть я как-нибудь чуть-чуть отсюда постреляю, пока там наши двигаются. Авиация, конечно, зверская, так что особо я не бы стрелял. Так, у нас здесь ничего. Танки. Ползут такой линией, полоской. Кажется, я слышал, что она называется Конглайн, которая тактически имеет очень серьезный недостаток. Ну что же, давайте посмотрим, как у нас тут можно чего сделать. Возможно, мы бы могли миновать все это дело сбоку где-нибудь и вклиниться с фланга, чтобы меня не посекли пулеметы. О, грузовик. Грузовик не бог есть что. Он, конечно, хрупкий, но он быстрее, чем пехота. Так что я бы, наверное, все-таки попробовал. Так, это у нас что? Это у нас обломки форта. Старого форта. То есть руины, где можно, в принципе, спрятаться, но ненадолго. Особенно, если танки подъедут. И... ну что ж, попробуем прорваться. Так сказать. Тын-тын-тын-тын-тын-тын и так далее. Ух, да. Вот первое попадание, второе попадание. Так, ну... заспавнились прямо здесь, в форте. Точнее, его остатках, действительно. Многого здесь нет. Здесь есть, правда, машинка. Правда, не уверен, что она нам поможет. Так. Ну, в принципе, может и поможет. У нас здесь довольно много танков на этот раз. А значит, есть кому отвлекать внимание на себя, ну и создавать кое-какую огневую поддержку. Правда, половина из них уже дымится. Так что, кто его знает, еще было бы неплохо, чтобы я не перевернулся. Это всякое может быть. И да, неплохо продвигаемся, но это еще, конечно, не все. Давай, засранец. Привет. И тебе привет. Пока ты будешь тут ворочаться, я тебя расстреляю, наверное. Так, теперь ты будешь, может быть, ох, и я буду с очередным проседанием кадров умирать. Правда, хотя бы на этот раз не до 8 кадров в секунду и 7, а всего лишь до 24. Ну да, я уж не знаю, не совсем уверен, в чем тут проблема, в самой карте или именно в моделях танков и прочей техники, которые она использует. Но вот эти вот проседания в момент взрывов, конечно, они такие довольно-таки дичайшие для современного 4-ядерного процессора, да, с 960 GeForce. Который не то чтобы супер современный, но ну, для этой игры более чем достаточен. Возможно, именно моделлеры, которые делали вот эти вот все прикольные модельки, дополнительные, нестандартные, они не учли особенности Battlefield-овского движка, который такое количество детализации просто и качества не переносит. То есть переусердствовали, не посмотрев на те ограничения технические, которые реально есть. Так сказать, сообщество довольно часто хорошо на идее, но когда дело доходит до отладки, выверенной, да, полировки деталей, что не такой увлекательный процесс, тогда у нас начинаются проблемы. Так, ну, на этот раз мы как-то проходим поуспешнее, правда, надолго ли эта успешность будет распространяться, я не знаю. Не уверен. Здесь тоже сбоку есть возможность зажать.
Так, теперь мне нужно всего лишь попытаться. Не, вот это в лобешник получить мне не хочется. Я попытаюсь изничтожить тоже. Так, ну что ж, вроде бы, да, флаг мы закрасили в нейтральный цвет, а сейчас, наверное, даже и закрасим в наш, что, может быть, переведет на нашу сторону эту точку. Так, или не так? Да. Опять-таки плохо, что нет вот этих вот звуковых файлов для захвата точек, потому что слышать это с аудио, так сказать, стороны гораздо проще, чем смотреть на какие-то отметки сбоку. С моей точки зрения, так, мы перетянули основной ход битвы на свою сторону. Большая часть, в общем-то, сторон наша на данном этапе. А это значит, что мы можем углубляться дальше, и на следующей точке, в принципе, можно будет остановиться, поскольку давить их дальше, еще дальше, просто не имеет смысла. Действительно, и их, и наша, вот теперь на этой карте основной, видно лучше, что эти точки не захватываемые исходные, а значит, это просто пустая потеря ресурсов, а забереть их там будет, наверное, один черт проблематичный. Это такая промежуточная позиция, даже не позиция, а такой, ну, не то чтобы городок, тут городок в духе Морровинда из 3,5 зданий, если, конечно, не считать такие основные поселения, такие как Вивик или Балмора. Привет, товарищи гранатометатели, или как вас там. Дальше, наверное, с этими танками я не уживусь, да, скорее всего. Но, по крайней мере, что-то. Может, я до камушков доеду, чтобы мне спрятаться как-то. Нет, не доехал. Так, ну что же, посмотрим, что мы можем взять здесь. Половина штук дымится. Посмотрим, уступят ли мне место. Но некоторые боты уступают, некоторые нет. Я не знаю, это от типа техники зависит. Или от конкретного экземпляра инстанса бота. К сожалению, походу, на этот раз не судьба. Можно было бы, конечно... А, нет, нельзя. Здесь, в принципе, ничего более-менее свободного нет. А эта штука тоже дымится, то есть долго не проживет. Наш гордый грузовичок. Давайте попробуем все-таки действительно взять из фланга, поскольку здесь-то карта, как видите, в основном не заштрихована, а это значит, что пространство для маневра у нас таки есть. А, правда, дюны кончаются где-то примерно вот здесь. Видите, по мини-карте. А, так что народ сильно не заморачивался по границам... Что, наверное, не очень замечательно, но как уж есть. Я сейчас в основном пытаюсь сосредотачиваться на дороге. Нас частично подстрелили, но не совсем. А это значит, что я от танка все-таки на большой скорости, если не сверну себе шею сам, смогу уйти. Ух. И... Так... Выходим, а то ведь знаете, какое дело. Так. Заседаем здесь. Аккуратно. Конечно, не захвачу эту точку, но я смогу сбить их респаун на какое-то время. Пока они меня не найдут. И это облегчит нашим ребятам электронного характера несколько продвижения. В теории. Если я смогу продержаться достаточно долго. Это было обидно. Гранаты здесь секут, видимо, даже через здание. Хотя я вроде наискосок кидал, и она должна была туда уйти, но ушла куда ушла. А что у нас здесь? Здесь у нас дымится все по-прежнему, и это незамечательно. Давайте все-таки выцепим этот танк отсюда с прохода, во-первых. Во-вторых, если я уж на полураздолбанном танке иду, то давайте я хотя бы буду идти на таком, где башенка ворочается. По-прежнему шалит далеко не наша авиация. Так. Так.
Не? Дымишься-то дымишься, но не горишь. О, мой шанс. Нет? Нет. К сожалению, ушел дальше. Да, захват этих позиций слишком замороченное дело, я бы сказал. Давайте пойдем дальше. По крайней мере, этой позиции последней из тех, которые мы все-таки захватить можем. Дело совсем непростое, и по прямой здесь, в принципе, наверное, делать нечего, несмотря на то, что я являюсь сейчас водителем танка, танкистом, но тут хоть танк, хоть пехота особо не пройдет напрямик, поэтому мы попытаемся их чуть-чуть взять сбоку. Давайте возьмем этих засранцев. Может быть, я его застрелю просто товарища управляющего, да? Нет, тогда мы пытаемся вывести его таким вот делом, да, это уже гораздо лучше. Чтобы ослабить их оборону на какое-то время, пока там все будет распавниться. Ну, а мне будет проще пройти вот так. Прыгаешь ты зря, это тебе не сильно поможет. Да, мы их отвлекли на себя частично. Правда, отсюда до их флага мне по-прежнему довольно-таки далеко. Он, конечно, физически близко расположен, но мне это не сильно поможет. Здесь довольно неплохие все-таки противотанковые укрепления сравнительно. Так что, ага, продвинуться будет не так просто, хотя потревожить их ряды мы в состоянии. Нет, ребята, так дело не пойдет. Может, я все-таки вклинюсь где-то? Так, и еще раз. И еще раз. Они здесь просто массивно спавнятся, поскольку это их основная точка, видимо. Так, и еще один засранец. Так, а вот теперь уже мне конец. Давайте-ка мы отойдем. Да, заспавнился прямо здесь танк, который я второй не заметил. Теперь заметил, но он практически меня довел до не совсем победного конца. Хотя у них 23 тикета, так что это не сильно важно. И я, наверное, даже удовлетворюсь тем, что имею, если, конечно, не сдохну. Поскольку мы все равно победим. Ну что ж, да. Захватить эту точку не удалось, но карта, в принципе, вполне интересная. По технике она не совсем сбалансирована, и модельки, наверное, могли бы быть попроще, просто для того, чтобы... чтобы не тормозило так все, не просаживалось по кадрам в секунду каждый раз, когда мы пытаемся что-то реально сделать. Особенно, когда несколько танков взрываются одновременно. Вы могли однажды наблюдать эту картину, и не однажды на других местах. И на этом все. Крупная победа. Ну что ж, неплохие показатели, в принципе, хотя смертей, наверное, слишком много. Карта, да, пожалуй, неплохая. Есть некоторые минусы, но в целом все довольно неплохо. Могу порекомендовать плюс нежирный, но он есть. Если у вас есть какое-то свое мнение насчет этой карты, насчет этого дополнения, модификации, вы можете это сделать в секции комментариев под видео. Конечно, если понравилось видео, то знаете, что делать. Поделитесь этим видео в соцсетях. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз на канале Last Warrior Беларусь.